Участие в международном форуме «Астана» поможет найти новых бизнес-партнеров, услышать интересные выступления и предложить свои идеи по развитию сотрудничества во имя мира и прогресса. Об этом в интервью нашему телеканалу в Брюсселе заявил один из участников форума, бельгийский предприниматель Яник Калантарян. Напомню, форум пройдет в столице Казахстана 8-9 июня. Астана, c'est ma première visite au Kazakhstan. Это мой первый визит в Казахстан. Я предприниматель и работаю в самых разных сферах. От цифровизации до организации культурных мероприятий. Думаю, у нас будет возможность увидеть и изучить условия ведения бизнеса в вашей стране. Я уверен, что Казахстан и Бельгия много чего могут предложить друг другу в этой сфере.